У вас тихо бывает? Нет. Два артиста, три ребенка. Тишину слушают во сне. Арсен Митичишвили, организатор городских мероприятий, певец. Александра Карпова, актриса Мосттеатра. Музыка их связала. Вместе уже 5 лет. Говорят, любовь с первого взгляда Арсена. Он влюбился в фото Александры. Она ему напомнила любовь к Козырновскому. А сейчас ценит и красоту супруги, и ее качество. Порядочность, ее честность. Ее отношение вообще, в принципе, ко всему к этому миру, она, я не знаю, безумно добрая и честная. За что я его люблю, это бесконечный, знаете, это ящик Пандоры какой-то, не знаю, сундук сокровищ. Каждый день какие-то новые идеи, новые мысли. То есть, конечно, в обыденной жизни ты в определенный момент от этого устаешь, но это бесконечно приятно, что человек не пассивен. Так активный супруг за пару месяцев организовал переезд в новую квартиру. Александра хоть и скромничает, и на сцене играет, и за семьей следит, так что у детей двойная энергия. Лиза рисует и поет, Юра танцует и мечтает стать охотником. Гарик своих увлечений пока не нашел, но уже знает классику. Какую папа песню поет с ним? Море-море. Море-море, передано скалам. Синяя вечность Муслима Магомаева. В репертуаре родителей Дунаевский, Челентано, Кутуньо. Каждый месяц супруги проводят городские концерты, поют и вне Барнаула. Вся жизнь в движении. И даже так, признается Александра, она боится что-то не успеть. Наступает там паника. Арсен, какая короткая у нас жизнь. Боже мой, мы не знаем, сколько нам это. Вот эти у меня слезки на колесках. Что делать? Как детей оставлять жить? А вдруг? Арсен уже с высоты какой-то такой уже философа умудренного. Мы для чего-то сюда пришли, что-то мы делаем уже. Это неизбежно. И он меня успокаивает так. Успокаивает и любимое занятие. Александра нашла себя в детях, а для Арсена творчество – сама его работа. Но обсуждают все вместе, вместе продумывают проекты и репетируют тоже вместе, в полную силу. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы остались и осталась наша музыка. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, «День с толком».